В 2020 году нашему музею исполняется 100 лет, а Томскому планетарию 70. Планетарий расширил спектр интересов музея, особенно тех, что касается космоса, астрономии и космической истории Томска. А таких сюжетов у нашего города немало. Начнем с самого рождения города Томска с 1604 года, когда было завершено строительство новой крепости на Томи. Собравшиеся на освещение крепостной стены заметили необычное явление. На западе, где уже 2 часа назад зашло солнце, над горизонтом вдруг засияло другое, очень яркое свет. Кто-то увидел предзнаменование, кто-то благословение. Современные ученые объясняют это уникальное явление вспышкой сверхновой звезды. Ее свечение превосходило по яркости даже блеск планеты Юпитер. Сегодня мы можем увидеть в этом редчайшем явлении рождение не просто города Томска, а Томско-космического. Кроме вспышки сверхновой 1604 года, были и другие знаки свыше. Так, в 1904 году, перед самым днем рождения города, небо как будто отсылитовало звездным дождем в честь 300-летнего юбилея Томска и столетия Томской губернии. Это было грандиозное, феерическое зрелище. Болид, названный губернским, взорвался в воздухе и устроил в небе роскошный, фантастический фейерверк. Уже в середине 20 века начальником первого в Советском Союзе и в мире космодрома Байконур был назначен наш земляк Алексей Иванович Нестеренко. Именно Томская артиллерийская школа, которую он окончил в 29 году, стала стартовой площадкой для его дальнейшего участия в подготовке космических исследований. Томичи не только отправляли корабли в космос, но и сами летали на них. Все знают, что именно в Томске родился и учился будущий президент российских космонавтов Николай Николаевич Рукавишников. Наш земляк совершил 3 космических полета, осуществил первую в мире стыковку космического корабля с орбитальной станцией. В завершении своей звездной карьеры космонавт почти 20 лет возглавлял Федерацию космонавтики. По знаменованию подвигов дважды Героя Советского Союза и почетного гражданина Томска в 1978 году на берегу Белого озера ему был установлен бюст, а его именем была названа одна из улиц Томска. Жизнь Рукавишникова с самого детства была связана с космосом. Маленький Коля жил на улице, которую в апреле 61 года переименуют в улицу Гагарина, а последняя звездная командировка Рукавишникова завершила знаменательный день – 12 апреля 1979 года. Мало кто знает, но Юрий Гагарин чуть не стал томичом. После окончания Саратовского индустриального техникума Юрий Гагарин был направлен мастером производственного обучения именно в Томское ремесленное училище номер 1. Однако в связи с призывом в армию прибыть по распределению в Томск Гагарину не удалось. Полет человека в космос без томских ученых мог бы не состояться. Контрольно-измерительные приборы для первой пилотируемой ракеты-носителя «Восток» и первого в мире лунохода, первый в мире космический лазер, детали и приборы для Международной космической станции разрабатывались на томском предприятии «Полюс». Автором расчета траектории полета Юрия Гагарина тоже был томич, астроном Виталий Федорович Проскурин. Выпускник физико-математического факультета ТГУ, ставший впоследствии первым заведующим отделом прикладной небесной механики Института теоретической астрономии Академии наук. Это было очень важным достижением небесной механики 20 века. А все благодаря тому, что ровно 100 лет назад, в 1920 году, на только что созданной кафедре астрономии при физико-математическом факультете ТГУ началось развитие небесной механики. Основоположником астрономии в Томске называют Николая Никаноровича Горячего, около 20 лет руководившего кафедрой астрономии. Его честь названа одна из малых планет Солнечной системы, открытой выпускницей ТГУ Белой Гунашовой. Сегодня далеко в космосе движутся по своим орбитам также малые планеты, названные в честь Томского университета, самого Томска и еще более 30 других носящих имена известных томичей. Что не случайно, зарождение науки астрономии в Томске ознаменовалось в 1920 году вспышкой новой звезды – созвездия Лебедя. Может быть, это был еще один знак свыше.